Тишина в классе. Итак, результат контрольной работы. Единственная пятерка в классе у Власова. Молодец, Лучка. Привет. Привет. Маша, в общем, слушай, дело есть такое. У нас будут соревнования по шахматам. Не могла бы ты мне помочь? У меня постоянно вторые места, но я вовремя никак не могу выиграть. Помоги, пожалуйста. Ну, как я тебе помогу? Ну, как бы ты Вове нравишься. Я не знаю, там, подойди к нему, там, сходите куда-нибудь. Ну, слушай, а мне это зачем? Я твоей маме не скажу, например, что ты куришь. Ну ладно. Привет. Завтра турнир по шахматам, да? Не мог бы ты проиграть моему брату завтра? Ну, а за это сходили бы в кино или погуляли бы где-нибудь. Как ты на это смотришь? Ну и отлично. До завтра тогда. Ой, спасибо.
шах и мат. Так ты же обещал. С победой, братья. Ой, спасибо. Юленька, я выиграл деньги. Теперь мы сможем оплатить твою операцию на зрение. Спасибо. Держи, он твой.